Давно ли вы в последний раз были в Беларуси? Или вы уже находитесь там? В любом случае, стоит подготовиться. Привет, меня зовут Валдис, и это цикл видеороликов правозащитной организации Human Constanta, посвященных легализации в Беларуси для иностранных граждан и гражданок. Если вы смотрите этот ролик, видимо, вам нужна консультация. И мы решили помочь вам с этим. Сегодня я расскажу вам про особенности и условия получения международной защиты в Республике Беларусь. Вы зарегистрировались в Беларуси, возможно, трудоустроились, получили вид на жительство, медицинскую страховку. Про это вы можете посмотреть наши предыдущие ролики. А может, вы растеряны и не знаете, что дальше? Итак, что необходимо знать иностранным гражданам и гражданкам об условиях получения международной защиты в Беларуси? Если вам пришлось покинуть страну вашего гражданства или постоянного проживания из-за опасений стать жертвой преследований по признаку расы или вероисповедания, гражданства, национальной принадлежности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, угрозы смертной казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания, насилие в условиях вооруженного конфликта международного или немеждународного характера, то вы можете обратиться за международной защитой в Беларуси. В Беларуси существуют следующие виды международной защиты. Первое – статус беженца. Второе – дополнительная защита. Третье – убежище. Четвертое – временная защита. Вы не сможете получить международную защиту в Беларуси, если государство посчитает, что вы совершили преступление против мира или человечности, а также военное преступление. Вы совершили тяжкое преступление неполитического характера за пределами Беларуси. Предположительно, вы виновны в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций. Вы уже пользуетесь защитой либо помощью органов или учреждений Организации Объединенных Наций, кроме Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и так далее. Важно! Информация о том, что вы получили защиту или в вашем статусе, конфиденциальная и не может быть предоставлена без вашего письменного согласия. Далее мы рассмотрим виды международной защиты, которые вы можете получить в Беларуси, чем они отличаются и какие основания их получения, а также что вам даст тот или иной вид защиты. Первое. Статус беженца. Вам может быть предоставлен статус беженца, если вы уже находитесь на территории Беларуси и в стране вашего гражданства вы опасаетесь стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальной принадлежности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений. Статус беженца предоставляется на срок сохранения таких угроз. Статус беженца дает вам право на постоянное проживание на территории Республики Беларусь. Второе. Дополнительная защита. Вам может быть предоставлена дополнительная защита, если у вас отсутствуют основания для предоставления вам статуса беженца, у вас существуют обоснованные опасения столкнуться при возвращении в государство гражданства с угрозой смертной казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания, с угрозой жизни, возникшей по причине насилия в условиях вооруженного конфликта международного или немеждународного характера. Дополнительная защита предоставляется на срок до 1 года, но ее можно ежегодно продлевать в случае сохранения опасности в вашей стране. Несовершеннолетние иностранцы и иностранки, которым предоставлена дополнительная защита, имеют такие же права на получение дошкольного, общего, среднего и специального образования, а также медицинское обслуживание наравне с белорусскими гражданками и гражданами. Третье. Убежище. Убежище в Беларуси может быть предоставлено, если вы были вынуждены покинуть страну гражданства из-за преследований за политические, религиозные убеждения или национальную принадлежность. Убежище предоставляется на срок сохранения угроз в стране гражданства. Убежище дает вам право на постоянное проживание на территории Республики Беларусь. Четвертое. Временная защита. Временная защита – это особый вид международной защиты, который предоставляется в случае массового прибытия иностранных в Беларусь, когда индивидуальное рассмотрение их ходатайств о защите в момент их прибытия невозможно. Срок предоставления временной защиты определяется Советом министров Беларуси, но не может превышать 1 года. В течение срока действия временной защиты вы можете или покинуть Беларусь и вернуться домой, или обратиться с индивидуальным ходатайством о защите в Беларуси. Существует широкий спектр прав, которым вы можете воспользоваться, получив любой из видов международной защиты. Для каждого вида защиты свой список. С подробностями вы можете ознакомиться на сайте или обратиться в общественную приемную. Помните, что при получении любого вида международной защиты в Беларуси вы обязаны соблюдать Конституцию и законодательство Республики Беларусь. Помните, обратиться за защитой вы можете только на территории Беларуси.
вы можете обратиться с письменным ходатайством о предоставлении защиты лично или через уполномоченного представителя. Список организаций вы можете найти на нашем сайте или получить, обратившись за юридической консультацией к нам. При обращении с ходатайством о защите в Беларуси вы можете требовать, чтобы вам предоставили переводчицу или переводчика. Вы можете подать ходатайство о защите лично или через представительницу или представителя. Существует список необходимых документов. Ходатайство о защите необходимо приложить. Документы для выезда за границу. Иные документы, позволяющие установить или подтвердить личность. Визы. Проездные документы, подтверждающие маршрут передвижения из государства гражданской принадлежности в Беларусь. Документы, подтверждающие сроки пребывания в государствах транзита. Разрешение на проживание в других государствах. Иные документы. Материалы и сведения, имеющие значение при рассмотрении ходатайства о защите. Если документ отсутствует, ходатайство о защите заполняется с ваших слов. Не позднее, чем через 14 дней после приема вашего ходатайства о защите, вас пригласят на собеседование. После собеседования ваше ходатайство о защите зарегистрируют и выдадут вам свидетельство о регистрации ходатайства, которое в общем порядке будет рассматривать в течение 3 месяца со дня его регистрации. Решение может быть принято раньше. В период рассмотрения вам предоставляются права и обязанности, с которыми вы можете ознакомиться на нашем сайте. Если вы обратились с ходатайством о предоставлении защиты в Беларуси, то вы имеете право на получение основной денежной помощи, дополнительной денежной и другой помощи. В некоторых случаях юридическая помощь иностранкам и иностранцам оказывается бесплатно за счет коллегии адвокатов. После обращения за международной защитой в Беларуси вы обязаны соблюдать Конституцию и законодательство Республики Беларусь. Если вам отказано в предоставлении статуса беженца и дополнительной защиты, вы можете обжаловать принятое решение через суд. Жалоба подается в суд в течение 15 суток со дня ознакомления с решением об отказе в защите. Если отказ был принят в рамках ускоренной процедуры, то у вас есть 7 суток на его обжалование. При подаче жалобы вы должны оплатить государственную пошлину в размере одной базовой величины. После вступления решения суда об отказе в удовлетворении вашей жалобы вы обязаны выехать из Беларуси, за исключением случаев, когда вас невозможно выдворить или вы подали новое ходатайство о защите. Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в нашу юридическую приемную по электронной почте или по телефону. А мы продолжим информировать вас о том, как легализовать свое нахождение в Беларуси. Более детально с информацией о регистрации иностранцев и иностранок в Республике Беларусь вы можете ознакомиться на нашем сайте. Подписывайтесь на наш канал и страницы в социальных сетях. Удачи!